Благотворительный фонд «Широкой душой» – так отзываются о фонде «Садака» в отделении медицинской реабилитации Ульяновской детской областной клинической больницы. Благодаря этой благотворительной организации в отделении появилась еще одна новая стиральная машина. Первые в Ульяновской области мы внедрили безведерную систему уборки, и для дезинфекции уборочного инвентаря нам необходимы были стиральные машинки. И вот Садака и Закят сразу откликнулись на нашу просьбу. В 2017 году они нам закупили первую стиральную машину, и сейчас вот они нам дарят еще одну стиральную машину. Это просто незаменимая вещь в организации нашей работы. Здесь проходят реабилитацию дети с онкогематологией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, с оперированной кардиологией. Ежегодно в отделении находится около 800 детей разного возраста, а сам фонд помогает больнице с 2014 года. Цель нашего фонда является развитие меценатства и благотворительности на примере наших же вот деяний, наших же действий. Поэтому мы стараемся всегда искать нуждающихся, помочь им в полной мере. Кроме того, благодаря фонду в отделении появились диспенсеры для кожных антисептиков, жалюзи, а также инвентарь для бассейна, плавательные жилеты, нарукавники, плавательные доски.